И всем привет, с вами я. И вы на канале Супер Максим Сусов. Сегодня я буду работать. Дежурный по билету на 22 километра. Это уже свершилось. Да, я уже вернулся с путешествий. И теперь вернулся к обратно к Рубцовску. Да, мой любимый город уже вернулся ко мне. Да, я сейчас буду уже заходить в пост дежурного. Да. Да, ну прикольно. Давно уже там не был в Псовске. Да, и наконец-то спешишь туда вернулся. Ладно, давайте сейчас закроюсь. Так. Да. Да, ну прикольно, конечно. Так, вот у меня, конечно, тут у меня... Могло и через насквозь закрытую дверь, я услышу громкоговорителя, чтобы я сразу вышел на балкон заранее. Да, прикольно. Ладно, ну как раз таки идем по первый поезд, но когда заговорить. Ну и все. Многие мазаны на первом электропоезде, держи осторожный поезд, на первый путь электропоезд. Опа! Электричка скоро должна приехать. Но она должна на станции остановиться, заболтать людей. Ну, кстати, они там и стоят. Да. Кстати, ну такой поезд красивый вид. Нормальный такой. Блин. Ладно, пока на паузу поставлюсь. Ой! Так, я вижу, уже электропоезд прибыл. Что для нас не проскакивать? О, свистит. О, она поехала, что ли? Похоже, она поехала. О, уже тихонит она. Стоп, она реально уже поехала, конечно. К сожалению, уже замка нет на этом переезде. Ну что ж. Так, вот она поехала. Где ты? Ну да. Сколько народа! Ну офигеть! Шок я, конечно. Да, что-то игра немножко тормозит, конечно. Но это такое. Так, тут 112-й припарковался. Но все, пока электричка. Так, ну что ж, будем ждать следующий. Так, ну что ж, давайте, что-то идет еще время шум. Давайте посмотрим еще раз на этот электропоезд. Так, давайте приедем. Ну вот так она там поехала, она ускоряется. Да, ну все, будем летать. Следующий поезд на паузу. Так,
Ну, люблю тут поесть. Мне важно, я хотел его посесть, попрожаловать. Поднимать, хотел его прожаловать. Опа, поели скоро. Грузовой. Так, ну что ж, давайте ждать. Я тут грузовой, я пока тут запишусь тут. Ну что тут отлично. Так, ну я вижу поезд, это тут тоже, наверное, и тепловоз, и тепловоз, конечно. Так, ну вот, конечно, есть, должно запить. То есть, должно доесть, конечно. Да, ну вижу, это тепловоз такой. Ну, похоже, что такое. Что шумит? Грузовик МАЗ. Так, и хоть бы гукары, но мы трансы. И еще одну кары. Шестерный грузовик Лакобань. И еще. Да, ну такой прикольный грузовой состав я проехал. Ну, конечно, нормально. Так, ну все, второй переезд. Да, ну прикольно проехать, конечно. Ладно, все, ждем следующий, конечно. Будем не важно, давай попробуем, попробуем, где проблема, где такое, где какой-то поедет сейчас. Так, ну, давайте-ка, не видно, видим столбы, контакты с этим. Так, Пикова, да? Да, пишем, ну да, ну это электрифицированная дорога. Так, едет. Так, приезжают автобусы. Ладно, пока не видно этого поезда. Опа, вот чтобы здесь, наверное, это он. А тут уже машины начинают по ней ходить. Да, продолжает переходить дорогу, но он уже видно поезд. Ладно, пока поеду, вижу я. Что-то медленно катится. Паровоз, 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 ну это же результаты реально какой-то жопа, похоже на наверное на поэтому все что такое. Так, кто это едет? Пока надо посмотреть. Так, какой-то паровоз. Блин, я просто сейчас нормально будет лететь. Ну и паровоз, конечно же, так на себе есть, начинает спускаться. Да, вообще можно закрывается. Это какой паровоз? Шу! Паровоз синий! Да вы чего, серьезно? Эскурсионный, да даже люди сидят за экскурсионный поезд! Офигеть! Ёшки-кормушки! Это же реально экскурсионный поезд. От кого вы уже запустили его уже вообще наконец? Он, наверное, не будет останавливаться на 22 километре. Но офигеть, блин. Это реально экскурсионный поезд. Ну ладно, пусть себя отправляется. Блин, конечно, офигенно, блин. Я не ожидал от этого экскурсионного поезда. Мы теперь проезжали платформу. Да, ну, поезд пошел в балкон. Да, ну, красивенько уезжает. Да. Так, уезжает в такую платформу.
продолжает идти. Ладно, будем дальше на следующий пост. Ну, капец. Капец. Внимание, по дорогу залой, поднимай канал по дорогу залой. О, сейчас по залой поедет, так что... Так, надо как вообще... О, а так что... Так, автобус, это двигается. И чё, он сразу же едет? Кого, чего? Наверное, уже, блин, на канал он длинный. Да, ну едет, конечно, это прикольно, но нормально. Все едет такой. Да, смотрите, смотрите, вот едет такой. Нормальный поезд. Ну реально, ну реально. Едет Велка D80S, ажд-шный. Едет такой Вел. Да, ну и такой Велик, блин, такой. Да, ну, ну вообще такой прикольный, ну конечно он, о, даже несется. Ну и несется так. С кутырками так несется. С одним трехколесным думкаром. Ну прикольно. Ладно, приезжает такой поезд у нас. И палочки деревянные. Так. Так, платформочки, платформочки у нас уже дальше пошли. Да, ну прикольные такие, но извините, что я не в балконе стою, потому что мне из этих столбов контактных сидений плохо видно. Если так, то видно. Так, приезжает, так вот, приезжает, приезжает. Да, едет. И приезжает с большой скоростью. Да. Свет мне выключили. Да, ну, он и, конечно. И так, вот меня... так, ну все, проехал. Да, ну, проехал, проехал. Ладно, ну все, открываем переезд. Поезд проехал, конечно. А зачем? Я уже все выдумала. Да, ну сколько таких поездов проехало у нас. Ладно, ну все, давайте-ка. А что папа использует? Зайдем в кутку обратно. И будем ждать последний, наверное, поезд. Так, вот. Так, ну, какие поезда тоже? Я уже изолдался, я так уже сильно хочу идти домой. Скоростной по первому. Опа! Скоростной поезд, поедет. Какой тут пойти? Пассажирский! Или... Фусин и Сади... А, Сади и Фусин уже отменили в карантин. У нас до следующего года. Да, до следующего года. И от... И ну, ну, даже... Ну, с 5 января и будет уже снова ходить. Так, ну где поезд у нас? Ладно, давайте пока что на паузу поставим. О, вообще же она близко потерзала, он все как несется. Ой-ой-ой-ой. Ой, ну и будет так вообще. Масти, куда ты прешь там? Там скоростной тут же несется. Так, то какой поезд из... Так, все, переезд закрывается. Ой, поезд Масти тут же так несется вообще. Ну как почти несется. О, как несется. Это мегапоезд наш,
тепло. Ну какие, ну как они сейчас так? Ну и ничего вообще. Все, проехал у нас такой мегаполис. Да, ну прикольно, нормально. Ладно, ну все, ну все, не закончено у меня, конечно. Да, ну все, ну поезд проехал, конечно, ну ладно, мы сейчас уже будем сдавать смену, так. Все, я сдал смену, желтый подкаст, и положили, все, значит, сильный шкаф, что-то не добавили. Ладно, все, давайте закрыли, блин, ключ. Так, все, закрыл, так, ладно. Ну так, всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Супермаркетфусов. Также мне, так что, ну, конечно, еще нажмите на колокольчик, так что вы будете видны. Так что всем спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Супермаркетфусов. Ну, всем пока, а я буду уже идти на какой-нибудь транспорте садиться. Но я на нем не поеду, он только для Ярославля едет. Ладно, но мне нужен какой-нибудь другой транспорт, с которым он не должен меня довезти. Ладно, все, всем пока.